Всем привет! Как меня слышно, как видно, друзья? Поставьте, пожалуйста, по 10-бальной шкале, как видно меня и слышно. Угу. Замечательно. Ну что, друзья, давайте сегодня начнем все-таки наш вебинар. Очень рад вас всех видеть. Сегодня у нас 19.02, 26 сентября 2014 года. Вот. Что нам нужно сейчас узнать, что я хотел бы узнать? Меня зовут Туменко Юрий. Скажите, пожалуйста, друзья, кто из вас первый раз вот на подобном мероприятии, и кто из вас, ну, кто первый раз вообще пришел на вебинар? Напишите, пожалуйста, поставьте плюсики. Как я вижу, довольно-таки много людей. Хорошо. Следующий тогда к вам вопрос. Друзья, а кто из вас вообще знаком с таким понятием, как криптовалюта? Криптовалюта, биткоин или что-то вот подобного плана? Напишите «я». Вот просто «я» или как бы «не знаком» или что напишите. Кто знаком, поставьте плюсик, например, а кто не знаком, поставьте минус. Что-то слышал, кто-то знаком, кто-то не знаком. Я, друзья, честно, я прекрасно вас понимаю, ровно где-то, наверное, недели три назад я точно так же, как и многие из вас, знаком был с криптовалютой, знаком был с биткоином, просто чисто где-то кто-то из моих друзей об этом мне говорил. Однако я никогда не вникал, что это за вид деятельности, какие деньги можно на нем заработать, и для меня это было что-то вот сверхъестественное. До этого момента на протяжении 11 лет я занимаюсь MLM-бизнесом, очень люблю этот вид деятельности, с 20 лет я как бы успешно занимался как бы именно как раз системным бизнесом. Криптовалюта для меня была что-то такое, вот, наверное, сверхъестественное. Три недели назад, общаясь со своим хорошим партнером по бизнесу, с моим спонсором, он мне рассказал, что ты знаешь, Юра, вот мы общаемся с человеком, с Олегом, это человек, который на протяжении уже 15 лет работает где-то около 15 работает в сфере SEO, он является замечательным программистом, разработчиком, у человека очень много опыта в сфере именно разработок и компьютера. И вот этот человек, вот Олег, он последние 2,5 года занимается таким видом деятельности, как криптовалюта. Я говорю, а что это такое, можешь рассказать? Он говорит, вот знаешь, даже я тебе не просто расскажу, я тебе даже предложу. Мы, как бы переговорив с ним, он сказал, что, друзья, вы знаете, вот у меня есть монета, я ее создал, и вот сейчас я планирую выставлять ее на биржу и там раскручивать. Друзья, мои спонсоры сказали, а как насчет сделать так, чтобы эту монету пустить по сетевому маркетингу, вот по системному бизнесу? Ну, Олег был удивлен таким предложением, как я понимаю, потому что я уже долгое время общаюсь с ним тоже. И сегодня вы, те, кто еще не знаком, с ним познакомитесь. Он был удивлен и сказал, давайте сделаем. И таким образом появилась идея создать компанию, которая называется BitOK, BitOK, создав ее, что-то новое. Того, чего до ныне никогда не было в интернете. Сделать сетевую компанию, MLM-компанию на криптовалюте. Это был эксклюзив, и на протяжении вот нескольких месяцев были разработки, и в ближайшее время был написан сайт, была оформлена компания, и появилась компания BitOK Ltd. И 19 числа, друзья, ровно неделю назад компания открылась. Я прекрасно понимаю, что многие из вас находятся вот в компании уже на протяжении недели. Многие люди ждут, ждали или уже запустили программное обеспечение, программы, которые добывают, занимаются майнингом. По поводу многих ваших вопросов вы сможете задать их в конце нашего вебинара, потому что наш президент компании, руководитель,
владелец будет давать ответы на те вопросы, которые вас интересуют. Это будет потом. Сейчас я дам немножко информации для тех людей, которые будут смотреть этот вебинар, потому что мы его пишем, а также для тех людей, которые вообще не знакомы с этой темой. Поэтому, друзья, давайте будем все делать четко, последовательно, и я уверен, что вам все то, что сейчас, ну, то, что я буду вам сейчас объяснять и рассказывать, вам это понравится. Есть у меня 3 видеоролика, я сейчас буду давать информацию, и каждый из этих видеороликов я буду вам постепенно показывать. Вам это очень сильно поможет разобраться вообще во всей теме. Начнем. В настоящее время, вот как вы видите на слайде, в интернете порядка 3 миллиардов пользователей. И как вы видите, 300 тысяч пользователей добавляется сейчас практически каждый день. Почему? Потому что, когда появился интернет, у многих людей не было компьютеров, у многих людей не было возможности, они даже не понимали, и для них это было страшно, что-то такое вот сверхъестественное. И с каждым годом, с каждым месяцем, а в последнее время это идет в геометрической прогрессии, многие люди понимают, что в интернете можно как заработать очень много денег, так и заниматься каким-то своим видом деятельности. Что-то искать, чем-то заниматься каким-то увлечением своим собственным. Что люди делают конкретно в интернете? Многие люди любят общаться в интернете, кто-то предлагает какие-то услуги или товары, или что-то продает лично свое. Очень многие люди занимаются поставкой товаров или услуг. Почему? Ну, в первую очередь, потому что сейчас для того, чтобы открыть какой-то магазин, в него нужно вложить деньги. Нужно увеличить стоимость товара на вот эту маржу, чтобы магазин себя окупил, потому что нужно платить работникам, нужно делать рекламу, нужно снимать помещение или его приобрести. И таким образом товар, его первоначальная стоимость подлежит многим изменениям. И иногда мы покупаем на 50% дороже товар, а то и на 100, а иногда даже на 1000% мы покупаем какие-то товары. В интернете все легче. В интернете мы, когда используем его, те сайты, те площадки, они минуют эти вложения, и их товар намного дешевле. Однако, что еще важно. В 2012 году, вот, я постараюсь, честно, я постараюсь слайды немножко пробегать, поэтому буду в основном давать информацию, как я ее понимаю. В 2012 году, как вы видите, закупки через интернет составили вот такую вот сумму денег. Это 311,6 миллиардов евро. И это только по Европе. Это в интернете делают столько закупок. И как вы знаете, что сейчас в интернете огромное количество есть таких вот сервисов, через которые мы можем делать определенные проплаты. Однако это только сервисы или обменные, или обменники, или определенный сервис, где вы можете внести свои деньги, кровно заработанные, и сделать закупку через, на каком-то определенном из сайтов. Однако ни один из этих сервисов не является монетой, не является деньгами, не является чем-то таким вот сверхъестественным. И на смену этим всем механизмам, этим всем сайтам или возможностью переводить деньги или делать проплаты пришла криптовалюта. Она отличается резко, она отличается полностью от того, с чем вы когда-либо сталкивались и с чем когда-либо сталкивался я. Почему? Вот почему, давайте мы, друзья, с вами немножко посмотрим. Что такое биткоин? Биткоин – это первая децентрализованная цифровая валюта. Биткоин – это цифровые монетки, которые вы можете отправить через интернет. В сравнении с другими валютами, у биткоинов есть ряд преимуществ. Биткоины передаются непосредственно от человека к человеку через сеть, минуя банк или процессинговый центр. Это означает маленькие комиссии, вы можете использовать биткоины в любой стране, ваш счет не может быть заморожен и отсутствуют какие-либо обязательные условия или другие ограничения. Давайте посмотрим, как это работает. Биткоины генерируются в интернете каждым, кто запустит бесплатное приложение –
называемая генератором биткоинов. Генерирование требует от компьютера выполнить определенную работу с каждым блоком монет. Этот объем регулируется автоматически сетью так, что всегда создается ограниченное и предсказуемое число биткоинов. Ваши биткоины хранятся в вашем цифровом кошельке, который наверняка вам знаком, если вы пользовались интернет-банкингом. Когда вы передаете биткоины, к ним добавляется цифровая подпись. Спустя несколько минут транзакции подтверждаются генераторами и навсегда анонимно сохраняются в сети. Программное обеспечение для работы с биткоинами имеет открытый исходный код, и любой может изучить его. Биткоин меняет финансы так же, как интернет изменил новости и печать. Если каждому доступен мировой рынок, то побеждают все. Давайте рассмотрим несколько примеров того, как биткоины используются уже сегодня. Вы можете купить видеоигры, подарки, книги, серверы и носки из альпаки. Существует несколько валютных бирж, где вы можете торговать биткоинами за доллары, евро и так далее. Биткоины — это отличный способ для малого бизнеса и фрилансеров выделиться. Ничего не стоит начать их прием, здесь нет возвратов и процентов за транзакцию, и вы получаете дополнительные заказы благодаря участию в биткоин-экономике. Чтобы получить больше информации и... А больше информации, друзья, мы сможем получить немножко и здесь. Так, друзья, если не сложно, поставьте еще от 1 до 10, как меня слышно видно, и мы будем продолжать. Ролик конкретно по именно вот криптовалюте, именно по биткоину. Ну, потому что биткоин на данный момент это самая известная криптовалюта, которая появилась в 2009 году и медленно, постепенно начала набирать обороты. И ее самый верхний потолок, это был декабрь прошлого года, 2013, достиг 1200 долларов за один биткоин. Это самый большой был как скачок и рост именно конкретно этой криптовалюты. Теперь давайте будем разбираться более детально, почему криптовалюта необходима каждому из нас и каким образом это работает. Криптовалюта, ну, читать не буду, вы можете всю эту информацию, если захотите конкретно по криптовалюте, вы можете набрать в Гугле, погуглить и почитать по поводу этой информации. Вот что я находил конкретно еще по биткоину. Так, это пиринговая система электронной наличности, которая одновременно использует цифровую валюту, ну и так далее. Можете немножко почитать. Точно так же вы можете посмотреть, как работает биткоин. Честно, как я и говорил, 3 недели назад познакомился с этой темой и медленно, постепенно вот уже изучаю этот механизм. Я не криптограф, я не программист. Я обычный вот человек, такой же, как и вы. И для меня это было, ну, по-настоящему сложно. И это одна из причин, почему никогда люди, которые занимаются системным бизнесом, вот такие, как мы непосредственно, или люди, которые довольно-таки долго, уже там 10-15 лет, занимаются MLM-бизнесом, они никогда не смотрели в эту сторону. Одна из причин – это с 2009 года люди реально могут зарабатывать деньги, занимаясь майнингом. Сейчас мы изучим, что это такое, я вам покажу как видеоролик. Однако за счет того, что эта тема была не настолько, можно сказать, развитая, не настолько дорогая, не настолько общепринятая, на нее вообще не смотрели, ее не изучали, в нее не вникали, в нее не вкладывали деньги именно те люди, которые занимаются системным бизнесом до нынешнего момента. Поэтому вы сможете свободно изучить информацию конкретно в Гугле, почитать конкретно по поводу биткоина, а также есть замечательный сайт, вы тоже можете посмотреть. Что такое биткоин, как вы можете посмотреть, как у США, у Великобритании есть, там вот у Китая, у России есть непосредственно своя собственная монета. Есть и такой вот механизм, как биткоин. То же самое, пожалуйста, сайт перепишите себе, можете его конкретно использовать, конкретно для того, чтобы вы могли немного ознакомиться. Теперь по поводу курса биткоина. Вот посмотрите, это курс за 2014 год. Как с 2 миллиардов долларов, тут написано миллион, это миллиард, с 2 миллиардов долларов биткоин в начале этого года начал, даже непосредственно в конце
прошлого года, вот посмотрите, это за 2014, начало, ну, как бы середина 2013 и 2014 год. Это капитализация, это сумма денег, которая обращается конкретно в биткоине вот за этот промежуток времени. С 2 миллиардов чуть-чуть опустилась, потом в декабре, видите, она поднялась до самую такую пиковую свою значимость, и постепенно сейчас он где-то приравнивается около 420-450 долларов за один биткоин. Я уверен, что обратно к декабрю, ну, как бы этого года, она начнет обратно подниматься. Ее люди начнут больше его использовать. Почему? По той причине, что в ближайшие 6 месяцев именно в криптовалюту вливается миллионы, сотни миллионов долларов, и уже, как бы, наверное, несколько миллиардов конкретно влилось именно в какие-либо бизнесы, связанные именно с криптовалютой. Теперь давайте, друзья, немножко изучим, что же такое компания Bitok. Существует несколько монет. Они зарабатываются абсолютно по-разному. Сейчас я вам включу небольшой видеоролик, вы поймете тоже немножко информации по поводу, что такое майнинг и как он непосредственно выглядит. И таким образом вы поймете, за счет чего мы можем предлагать всем людям, которые приходят непосредственно в нашу компанию, возможность зарабатывать деньги, абсолютно не вкладывая ничего из своего кармана. Что такое майнинг? Как это работает? Добыча биткоинов от Artisan. Добыча биткоинов – это как добыча драгоценных камней, ну, например, золота, из одной очень глубокой шахты. Так называемая шахта биткоинов – это специальный протокол, контролирующий их выпуск. Это можно представить как огромную жилу золота, уходящую глубоко в землю. Чем глубже вы опускаетесь, тем тверже становится порода вокруг. Начинать разрабатывать шахту с поверхности было просто, используя компьютер для расшифровки небольших фрагментов кода на основе первоначального протокола. Собственно, можно было просто прийти и наскрести себе немного золотых биткоинов, буквально голыми руками. В тот момент биткоины не были очень ценными, так как любой мог это сделать. Не было также особой уверенности в том, что биткоины подорожают позже. Ни один банк в мире не определяет цену на них. Единственная ценность биткоина в том, что существуют люди, готовые разрабатывать шахту и менять золото на товары и деньги. Каждые 10 минут появляется 25 новых биткоинов, и в этот момент становится немного сложнее копать дальше. Всего может существовать лишь 21 миллион биткоинов, а последний 10-минутный цикл закончится в 2140 году. Чем тверже становится порода, тем более мощный компьютер требуется, чтобы начать копать. Несмотря на то, что стоимость этой валюты возрастает медленно, система очень стабильна. Шахта будет продолжать работать. Люди могут оспаривать ценность биткоинов, могут выбрасывать монеты или топить их в океане, или взять ключи к своему сейфу. Но если у вас есть нужные инструменты, то есть и возможность продолжать копать, в конце концов люди с мотыгами и лопатами, то есть те, кто использует мощность своего процессора для расшифровки кода, не смогут копать дальше. Эти инструменты просто перестанут быть достаточными. Дело вступят шахтеры, использующие графические процессоры для продолжения работы. Они используют моторизированные приспособления, самосвалы, экскаваторы, чтобы пробиваться сквозь толщу породы. У них также есть преимущество, так как они работают сообща, поэтому с большей степенью вероятности их работа увенчается успехом. В настоящее время стоимость биткоина гораздо выше, чем была первоначально. Как и в случае с золотом, которое ценится повсеместно, биткоины начинают признавать настоящей валютой многие компании. Так что нет проблемы в том, что центральные банки не контролируют биткоин. Чем больше людей вовлекается в торговлю биткоинами, тем более ценным становится рынок. Перевод Анфисы Васильевой. Текст читал Александр Думкин. Друзья, как меня слышно, видно? Давайте. Напишите по 10-бальной шкале и продолжим. Друзья, вы потом сможете пересмотреть, как я говорил, по наш вебинар и сможете конкретно более детально разобраться. А также сможете увидеть этот видеоролик, я потом его выложу в чат и так далее.
Просто на этом видеоролике было более конкретно рассказано про то, что, как, что такое вообще майнинг, как это выглядит, что есть компьютеры, что они все подключены в определенную сеть, подключена определенная программа по майнингу, и происходит идет просчет определенных транзакций, математических операций, которые позволяют находить компьютерам определенные монеты, ну как бы определенные блоки. За эти блоки людям выплачивается сумма денег. Не буду сильно вникать в подробности, вы сможете это все самостоятельно изучить. Сейчас конкретно перейдем к тому, зачем вы сюда пришли. Разобраться, что такое биток, что это за компания BitOK. Если честно, название, как я понимаю, было сделано специально, потому что очень многие люди называют биткоин биток. И для того, чтобы не плагиатить, однако сделать, ну, наверное, даже плагиатить чуть-чуть, чтобы в интернете чаще находилась наша компания, находилось наше название, сделали вот такое название, смогли выкупить домен. И, кстати, домен был тоже куплен за криптовалюту, за биткоины. Поэтому это тоже как бы показатель того, что криптовалюта используется сейчас очень широко. И это важно. И с каждым годом это все будет все больше и больше. Теперь смотрите, BitOK – это сообщество людей, которые являются инвесторами, и тех людей, которые являются профессионалами в области сетевого маркетинга и IT-технологий. И у этих людей опыт более 15 лет. Есть юридическое лицо DES Group LTD, оно оформлено конкретно на нашего президента компании, с кем вы сможете переговорить и пообщаться уже в конце нашего вебинара. Есть защита сайта, круглосуточная поддержка, хотя я думаю, сейчас, наверное, не круглосуточная. Она пока работает, наверное, вот с утра, часов с 8 до 12 ночи. Вы сможете писать сообщения, однако все ваши сообщения в службе поддержки будут доходить до адресата. Следующее. Сейчас уже подвязался ввод денег непосредственно в компанию, и сейчас делается вывод средств, вы в ближайшее время сможете уже ими пользоваться. Я думаю, в течение там, 2 недель, я думаю, это все будет сделано, когда соберется пул. Что такое пул, чуть позже я вам проговорю. Новый взгляд на деньги, инновационные финансовые продукты, это... Что такое инновационные финансовые продукты? Сейчас у компании существует 3 продукта, которые вы можете увидеть и потрогать, даже не потрогать, а использовать. Сейчас про них будем общаться, однако немножко про цели компании. Компания планирует вывести нашу организацию, наш BitOK, где-то на 10-е и выше место среди всех компаний по криптовалюте. На данном этапе их очень много, их даже не 100, и даже, наверное, не 200. Очень много, и есть у каждой компании определенное количество монет, которые стоят каких-то денег на бирже, и они идут в обращении. Однако есть топ-10, самые мощные компании по криптовалюте. Самая десятая, у нее капитализация где-то около 10 миллионов долларов. Вот задача конкретно нашей компании впустить в обиход непосредственно 400. Спасибо большое, Олег, около 400. Вот выйти в топ-10, короче, задание конкретной компании. На данном этапе делается все возможное, для того, чтобы сделать глобальную систему денежных переводов. Она будет непосредственно, мы будем ее использовать с нашей монетой. И создание мерчанов для удобных расчетов сети интернет. Мерчанты, это механизмы, когда вы можете выводить деньги, ну, знаете, банкоматы стоят или что-то вот подобного плана, а также механизмы, когда вот типа интеркассы, типа робокассы, когда будет наш значок, и мы сможем рассчитываться за какие-то товары и услуги нашей монеты. И это абсолютно реально. И именно для того, чтобы выполнить 2 функции, вторую и третью, это система банковских переводов, именно денежных переводов, да, спасибо большое, денежных агрегатов, да, и создание своих мерчанов, необходимо было немножко видоизменить третий продукт, о котором сегодня будет вестись речь, саму монету. Для того, чтобы в течение 3 месяца можно было вот это все вам организовать, и вы могли этим пользоваться. Давайте теперь приступим к нашей теме.
Преимущество над обычными деньгами. Анонимность. Ну, это то, что есть вообще абсолютно в любой криптовалюте. Это анонимность. Никто не знает, как вы переводите, кто переводит деньги, куда переводит деньги, кому вы их пересылаете. Это важно. Децентрализованная система, которая подчиняется четким правилам. Это важно потому, что никто не зависит, нет какого банка, нет какого золота или чего-то, нет того, выпустят сегодня, допечатают монету или не допечатают. Вы прекрасно знаете, что когда в любой стране мира не хватает средств, делается допечатывание средств, при этом монета, при этом денежная единица теряет свою значимость. У каждой криптовалюты, у каждой монеты есть четкое, конкретное количество. Больше ее быть не может, и меньше тоже. Вот есть норма, как и у золота, и больше вот есть дефицит определенный. Поэтому это очень важно, что не может быть допечатывания этой монеты, и за счет этого ее значимость в обиходе очень сильно поднимается. В любой момент доступна история абсолютно всех транзакций. Короче, видно, кто никуда переводил, а вообще, чтобы проходили транзакции, видно, что монета крутится в обиходе, и вы знаете, таким образом можно даже посмотреть, пользуется ли монета спросом или нет. Открытый исходный код, можно конкретно увидеть, как она сделана. Вот ограничение по количеству монет, я сказал. Невозможно сделать подделку перевода или чего-либо еще. Абсолютно нельзя ее подделать, невозможно ее как бы сделать, например, два перевода в два места. За счет этого вот именно майнинг и занимается тем, чтобы не было таких вот возможностей. Поэтому это немножко получается по слайдам. Короче, государство не влияет на перевод, на контроль этих денег, поэтому можно, например, вы едете куда-то за границу, вы хотите перевести какую-то большую сумму денег, и вы хотели бы, вы знаете, что нужно ее как-то регистрировать, нужно делать все возможные там определенные операции, и тупо все знают, куда вы их перевозите. Поэтому именно криптовалюта позволяет вам, положив деньги, приехать на место, на которое вы едете, снять их и использовать конкретно по назначению. Это очень удобно, не носив деньги с собой. Да, в отличие от Visa, MasterCard и других ресурсов, нельзя отменить перевод. Потому что, представьте, у вас есть свой интернет-магазин, вы туда положили средства, у вас там есть какие-либо товары. Человек в вашем интернет-магазине делает закупку, а потом через две недели думает, блин, не хочу я пользоваться этим товаром, значит, попрошу, чтобы Visa, MasterCard мне вернула деньги. И вы товар свой не получили, а как бы с вас деньги стребовала Visa или MasterCard, поэтому это очень важно тоже. И плохо, и в то же время есть свои плюсы. Отправляются деньги элементарно, вам не надо платить какие-либо комиссии, это тоже очень важно. Вы как смс-очку нажали, денежка перелетела туда, человек он ее получил и можете конкретно ей пользоваться. В отличие от того, мы все можем делать телефонные звонки за границу, мы можем друг друга видеть, находясь в разных концах земного шара, но перекинуть доллар, за него нужно еще заплатить большую комиссию. Это невозможно, вот как по телефону взять и перекинуть. Такая возможность доступна конкретно в криптовалютах, это важно. Ну и заморозить тоже невозможно эти счета, их нельзя там украсть вот в таком плане. Многие люди хотели бы разобраться, как получить, вот те люди, которые являются инвесторами, как получить капитализацию вложений от 100 до 1000% в год. Положили $100, увеличили это на 100 раз, это очень важно. Да, спасибо большое за то, что, как бы сказали, да, очень маленький процент конкретно при переводе. Спасибо большое, что прописали эту информацию. Как увеличить деньги в 2 раза в течение года или, например, в 10 раз? И этому свидетельствует конкретно результат работы очень большого количества криптовалют. И, понятное дело, биткоин, потому что биткоин вырос больше, чем в 1000 раз. В 1000 раз, не на 1000%, а именно в 1000 раз. Это очень важно. Теперь давайте разберемся про тот продукт, который является в нашей компании, в компании BitOK, инструментом для привлечения, для рекрутинга, можно сказать, инструментом и самым интересным продуктом, который есть, именно потому, что он бесплатный,
по той причине, что он удобен для работы для каждого человека. Сейчас я по поводу этого тоже сакцентирую внимание. И тот продукт, который доступен практически всем людям, у которых есть персональный компьютер. Смотрите, BitOpMiner – это программа, которая устанавливается на ваш компьютер. Есть определенный порог. Вот, например, есть компьютеры, которые не поддерживают программу. Вот есть компьютеры очень слабенькие. Они были собраны в 2001, в 2005, иногда даже в 2007 году. Очень слабые показатели компьютера. И они не позволяют сделать так, чтобы вы могли зарабатывать какие-то деньги. Сейчас я скажу про какие. Ой, спасибо большое, что старше 2008 года. Многие люди, вот я сейчас у нас очень огромная структура, у нас огромная команда сейчас собралась всего лишь за неделю, только в моей структуре более 3500 человек за такой маленький промежуток времени. У нас очень хорошие как бы партнеры по бизнесу, которые осведомляют и дают информацию. Я столкнулся с такой ситуацией, что некоторые компьютеры, наверное, процентов 30 с тех людей, которые пришли использовать наш продукт бесплатный, не могут установить или по каким-то... Ребята, пока не пишите как бы вопросы, их вы сможете задать в конце нашего мероприятия, вебинара. Я сейчас просто расскажу то, что многие не понимают или не знают. Вот есть наш продукт BitOpMiner. Могу сразу сказать, 30% компьютеров подключиться никак не могут и не смогут подключиться, потому что их компьютеры не подлежат майнингу. Причина. В интернете существует огромное количество так называемых пулов, шахт, на которые можно бесплатно тоже зарегистрироваться, однако, и вот добывать монету. Есть только но. Ноутбуками никто деньги не зарабатывает. Ноутбуки не подходят для майнинга. Как вы видели из предыдущих видеороликов, ноутбуки, они нужны для вот обычного использования дома, это как маленькая такая вот записная книжечка. У них, можно сказать, внутренний ресурс не позволяет этого делать, за исключением именно стационарных. И многие пулы, многие вот эти шахты, которые существуют сейчас в интернете, они не дают такой возможности на ноутбуке зарабатывать деньги. Да, это мобильный, спасибо большое, они как мобильный такой сервис. И вот на эти пулы вы можете зарегистрироваться, вы можете на стационарный компьютер установить программу. И эта программа, заметьте, в основном используется только для добычи какой-то определенной монеты. Не многих монет, одновременно, даже не одновременно, а они не могут, многие такие программы, переключаться с одной монеты на другую и добывать ее, зарабатывать. Получается, что вы можете зарегистрироваться, но там сразу есть определенные, там есть определенные показатели вашего компьютера, которые должны быть для того, чтобы вы... Да, и много-много денег еще кушает на электроэнергию. Необходимо еще очень определенные данные по вашему компьютеру. Например, там специальная видеокарта, специальный процессор, специальные, например, там мощность его, двухъядерные, шестиядерные, восьмиядерные компьютеры, и это очень важно. Для многих и добыча, например, биткоина сейчас бесполезная. Вы заплатите только за одну видеокарту буквально 700-800, а то и 1000 долларов для того, чтобы зарабатывать 1 доллар в день. А если две видеокарты, ну 2 доллара, три видеокарты, так вы их не отобьете, потому что с каждым днем, с каждым месяцем добычи, то вы должны сами регистрироваться на бирже, сами продавать монету, смотреть, где дороже. Если сегодня эта монета становится невыгодной, она стала невыгодной для добычи, вам нужно регистрироваться еще на другом пуле, там подключать программу, и не факт, что там вы сможете заработать и обменять монету как-то более выгодно. Поэтому, дорогие друзья, это важно, что самостоятельно сложно это сделать, и еще и ноутбуки практически не подходят ни под один пул. В компании Bitop была создана специальная программа. Мультимайнеры присутствуют сейчас на рынке. Есть только один момент, что точно так же, как и на пулах, вы сами должны контролировать весь процесс. Для того, чтобы, извините, заработать даже тот же доллар в день, того
той головной боли, которую вы будете испытывать, ну, я не считаю, что это неправильно, это, ну, это хуже, чем если вы работаете вот, непосредственно в компании, которая предоставляет вам комплекс возможностей. Мультимайнер, возможность майнить не только на стационарных, хороших, качественных компьютерах, а еще и на обычных ноутбуках. Это был эксклюзив. Многие говорят: Юра, почему там у меня там программа пока не установилась? Я говорю: дорогой друг, подобных компаний на рынке нет, которые предоставляют за тебя обмен монеты, за тебя как бы переключение с той монеты, которая сегодня более выгодная, за тебя ее обменивают на биткоин, за тебя ее продают, и тебе выдают уже деньги. Конкретно ты не заморачиваешься, ты не тратишь время на это, ты экономишь очень много своего жизненного ресурса для того, чтобы пообщаться с семьей или с друзьями. И вот это важно. Это самый большой плюс конкретно компании Bitok и конкретно нашего продукта Bitok Miner. Компания предоставила программу, которая сейчас доделывается для того, чтобы абсолютно все компьютеры по определенную рамку могли ее использовать. И вот за счет того, что у нас много людей, и каждый день всплывают какие-то вопросы, компания их решает, обновляет, и каждый компьютер сможет быть подключен. Еще раз говорю, 30% не сможет. И многие задают вопрос, а что же делать тогда им? Существует три решения по ситуации по поводу именно вот этого вот продукта бесплатного, который есть в компании. Решение номер одно. Первое решение – это в течение двух недель уже существует возможность, существует непосредственно возможность добывать монеты не только вашими процессорами, не только ими, а еще и видеокартами. Сейчас это подстраивается под другие возможности, подстраивается под ваши компьютеры, и будет еще одна галочка, которую вы сможете отметить, добыча с помощью видеокарты. Открою вам маленький секрет. От этого ваши доходы увеличатся и процессором, и видеокартой. Поэтому это вот такой вот плюс. Подождите немножко, две недели можно немного подождать. Это первый, как бы, первая новость, которую многие не знали, рассказываю. Новость номер два. Если, например, компьютер ваш не подлежит каким-либо, все равно ни видеокарта, ни процессор не подходит, он реально слабый, но не говорю, что только вот можно в Марио или Танчике играть, однако и такие тоже присутствуют. Поверьте, писали сегодня характеристики, это важно. Однако вот правда слабый компьютер. Можно обновить. У кого есть возможность, ну, есть финансы поменять материнскую, ну, материнскую плату, наверное, нет, процессор заменить или сделать его чуть мощнее, это важно. Если такой возможности нет, вы можете что сделать? Вы можете просто приглашать тех ваших знакомых, соседей, извините, ну, позвонил сосед, привет, друг, у тебя ноутбук есть или компьютер есть, а хочешь денег зарабатывать, ну, без ничего не вкладывая, да, хочу, давай вот смотри, вот моя ссылочка, регистрируйся. Человек зарегистрировался, и вы имеете с первой линии, друзья, 8%, со второй линии имеете 1%, с третьей тоже 1%. Вы просто получаете деньги как за рекомендацию, за ту рекомендацию, которую вы дали вашим знакомым. Если бы вы ее не дали, они бы не зарабатывали, ну, по крайней мере, по вашей рекомендации. Может, кто-то другой сказал бы, они бы зарабатывали по его. Однако вы это сделали, вам компания выплачивает процент от того, что вы сделали как конкретно рекомендацию. Это очень круто. И еще одна новость, это была вторая новость номер три. Запомните, у тех людей, кто на нынешний момент по каким-то причинам не сможет воспользоваться первой возможностью, там, обновить компьютер, например, или компьютер слабый, не сможет вообще никаким образом добывать монеты, уже решена эта проблема. Потому что существует, недавно, три недели назад, появилась новая монета, называется Burst. Эта монета позволяет добывать деньги, майнить с помощью жесткого диска. Поэтому
не нужен будет такой вот процесс, немножко там оперативной памяти необходимо будет использовать, однако каждый человек с любым ноутбуком, ну практически там, ну если там есть жесткий диск нормальный, вы сможете добывать и зарабатывать хорошие деньги. И могу вам честно сказать, этих денег будет больше, чем при добыче с видеокарты или с процессора. Это будет большая сумма денег. Поэтому каждому... Очень важный момент, друзья, можно и внешний, можно и внутренний, можно и внешний. Многие спрашивали на вебинарах такой вопрос: а если я куплю жесткий диск на 1 или 2 терабайта, через какой промежуток времени я могу его окупить? Друзья, честно, это может быть месяц, может быть 2, а может быть там чуть больше, 2,5 месяца, и вы сможете окупить конкретно ваше вложение, и потом все деньги, которые вы будете зарабатывать, будут именно ваши. Я верю, что в ближайшее время появится еще пару подобных монет, где можно майнить именно с помощью жесткого диска. При этом компьютер не будет практически, ну вообще греться не будет, он не будет там тянуть что-то. Это просто вот включили и получаете очень много как бы позитива. Поэтому вы сможете зарабатывать, и не надо бояться, если что-то не получилось. Просто доверяйте спонсорам, доверяйте тем людям, с которыми вы общаетесь, поэтому все это уже решено, если уже делали компанию, подстраивают под вас. И заметьте, это единственная пока компания с подобными возможностями, бесплатная, без каких-либо, без чего-то сверхъестественного. Поэтому немножко до настройки еще. Когда был первый вебинар неделю назад, президент компании четко сказал, и Сережа Петрик, это как бы один из партнеров той же компании, который проводил вебинар, сказал: друзья, нужно 2 недели для того, чтобы все настроить. Приблизительно это вот такой срок, ну плюс-минус там пару дней. Чтобы, когда вы регистрируетесь, есть такая галочка «Участвую в бета-версии». Однако, друзья, еще с прошлого в воскресенье деньги, все, которые вы майните на компьютерах, если они подлежат к майнингу, вы зарабатываете. И статистика, друзья, будет включена или в это воскресенье, вы сможете видеть статистику о доходах, или будет включена, думаю, в понедельник. Поэтому все, однако вы все свои доходы будете четко видеть. Потому что я такой же партнер, как и вы, и для меня тоже это важно. Потому что меня спрашивают, я тоже пришел сюда, как и вы, зарабатывать деньги. Продолжаем дальше. Продукт BitOkMiner, лицензия на один компьютер. Многие спрашивают, можно ли установить, зарегистрироваться один раз, но у меня там дома там 5 компьютеров, и поставить программу на все. Можно, ставьте на все компьютеры, и у вас доход будет увеличиваться согласно количеству компьютеров. Выплата раз в 30 дней. Раз в 30 дней, вот сегодня, например, 10 числа вы зарегистрировались, прошел месяц, 10 числа вы получили деньги на свой конкретно счет, 2% за снятие, 2,5% за снятие на карточку Visa, MasterCard, куда захотите, туда и выведете. Однако, если у вас есть партнеры, которых вы пригласили, кстати, по поводу майнера, статистика была отключена. Она была отключена в понедельник. И, однако, все деньги у вас идут, они фиксируются на сервисе, на сервере, и вы их все увидите или в воскресенье, или в понедельник, когда будет показана конкретно статистика. Продолжаю дальше. Предположим, вы зарегистрировались 10 числа. И у вас есть партнеры, которые зарегистрировались, кого вы пригласили или порекомендовали данную возможность, там 11, 12, 13, так на протяжении всего месяца. Проходит месяц, 10 числа зарабатываете деньги, вы там, например, какую-то сумму, сейчас я по поводу этого проговорю, 11 вам капает процент с вашего приглашенного, 12 за следующего, и так будет капать постоянно. Каждый день вы будете получать деньги, вот так это будет работать. Чем производительнее железо, чем дольше оно работает, тем больше вы зарабатываете. Ну, все абсолютно логично и ясно. Продукт обновляется автоматически. Не вы это делаете, хотя иногда нужно, вот, можно даже перезагрузить, потому что тоже вопрос по антивируснику, как бы непосредственно эти вопросы возникают. Сейчас, секундочку. Вот, потому что, ребят, если можно, не пишите, сильно грузите, и мне как бы тяжело потом это, чуть-чуть позже напишите. Так, партнерская программа 10 в 3 уровня. Если процессор одноуровневый, ну, как бы, если у вас, предположим, если у вас одноядерный процессор, майнить на нем бесполезно.
хотя бы двухъядерный процессор. Однако для одноядерных и для компьютеров, как я и сказал, которые очень сильно слабые, для них существует возможность сейчас зарабатывать деньги в ближайшие 2 недели на видеокарте дополнительно. А также, если не получится это, в течение 1 месяца всего лишь будет вам предоставлен еще один софт, еще одна возможность зарабатывать деньги на жестком диске. Абсолютно каждый из вас может это сделать. Не так, так по-другому. По поводу, какие деньги можно заработать. 32-разрядные компьютеры, двухъядерные хотя бы, смогут зарабатывать где-то от $5 в месяц до 15, не больше. Это ну, потолок, это самые большие там, как бы деньги, которые вы можете заработать. Это раз. Если у вас компьютер 64-битный и точно такие же параметры, вы заработать сможете на $10 больше максимум. Это где-то потолок $25 в месяц. От 5 до 25 это ваш потолок, который вы можете заработать. Заметьте, тоже без ваших вложений. Это важно. Это максимум дохода, который есть. Если же это стационарник с хорошими показателями, есть определенные как бы возможности у него, или видеокарта хорошая, или процессор там тоже мощный, там 4-ядерный, 8-ядерный, то доход может быть от 10 до $100. Это абсолютно честно то, что есть на самом деле. Люди спрашивают, а $100 что может? Ну, предположим, у вас специальная машина, на которой вы добывали биткоин или что-то еще. У нее там хорошая видеокарта или 2 видеокарты, предположим. Да, вы можете заработать до $100. И профессионалы, которые находятся сейчас здесь на мероприятии, знают, что я говорю так, как есть. Тем более, мы зарабатываем, мы майним не биткоин. Мы майним несколько других монет. Одна из них это Monero. Монета, которая сейчас присутствует на рынке. Есть еще 2 другие монеты, и есть еще монеты, на которые можно переключаться. Они дешевые, их добывать легко, и поэтому доходы соответствующие. Мы можем это конкретно сделать нашими машинами, переключаясь дальше. Майнить, как я сказал, можно на стационарнике. Это самые большие доходы, если он еще и собрал, был собран вот недавно. На ноутбуках и все. Пока. Теперь по поводу классического маркетинга. Существует трехуровневая реферальная программа на нашем продукте, который делает массовость. Представьте себе, сколько людей вы можете пригласить каждый день. 10 человек – это мало. 20 человек – это элементарно. 30 человек обозвонил, рассказал, что вот статистика, которую сейчас вы будете видеть, вот сколько я заработал, хочешь столько же? Хочу, давай, приходи. Ну, самый маленький момент – это вот, что вы конкретно просчитали. Если вы пригласили 10 человек за сегодняшний день, и рассказали, как сделать то же самое, эти люди пригласили тоже по 10 человек, у вас уже 110 человек в структуре. Они пригласили тоже по 10 человек, у вас уже 1000 человек в структуре и так далее. Но так как мы получаем всего лишь в 3 уровнях реферальные, то вот видите, вот здесь есть определенная статистика. Продукты, есть определенная партнерская программа. Предположим, вы заработали $15 в месяц. Вот определенный ваш потолок, самый такой мощный. 70% вы получаете, это ваш доход, который вы заработали непосредственно от компании. Чистыми наличкой вы их выводите конкретно на карточку. 20% забирает компания конкретно за обслуживание, потому что она тоже должна что-то заработать, предоставляя вам полностью все обслуживание. И конкретно для этого сейчас все и делается. И 10% от того дохода, который вы заработали, идет конкретно на партнерскую программу. Как вы видите, есть первый уровень 8%, второй уровень 1%, третий уровень еще 1%. Если каждый, я не буду говорить какие-то сверхъестественные суммы, каждый заработал там, например, по 10-15 конкретно долларов, то если вы пригласили 10, и они вас продублировали, и те продублировали, то в среднем ваш доход будет составлять, друзья, где-то около, ну пусть $200, пусть 250. Я не говорю про что-то сверхъестественное, реальные суммы. Суммы денег, которые вы можете заработать. $200-$250 ту работу, которую вы можете сделать всего лишь за неделю максимум. У меня есть партнеры, которые создали команду при том, что еще не все компьютеры подключены, не все еще работает, а только запускается 1000 человек за 6 дней 1000 человек в команде. Вот работающая информация. Вот, пожалуйста, приблизительно $200-$250 люди уже могут зарабатывать, практически не вкладывая своих усилий. И это может сделать любой из вас.
Абсолютно. А как только подключатся дополнительные возможности по доходу, эти суммы будут значительно выше. Это я вам, друзья, рассказал про продукт, который является рекрутинговым. Продукт, который является массовым, абсолютно практически для большинства людей. Есть еще продукты компании, сейчас я про них постараюсь вкратце рассказать. Бесплатный продукт был там, я вам про него рассказал. Есть еще один продукт, это Bitok Cloud. Это не асики, как их называют, это далеко не асик. Это, можно сказать, определенная ферма. Я думаю, в ближайшее время наше руководство снимает видеоролик, оно покажет, как оно выглядит, вы сможете это четко увидеть. Предположим, есть оборудование. Это оборудование, например, компьютер с четырьмя видеокартами, самыми как бы обновленными, самыми новыми. Да, определенный дата-центр. Есть оборудование, которое зарабатывает деньги. Ровно год назад это оборудование приносило в месяц порядка 100%. Вот оно стоит, например, $5000. Вот $5000 оно зарабатывало. На данном этапе это оборудование зарабатывает в месяц, чтобы не совсем, как говорю правду, 9-15% от того, от той суммы, которая она стоит. Это очень хорошие деньги, довольно-таки весомые. Каждый из вас, кстати, сейчас это может быть эта сумма, однако это может быть и 50%. Были месяца, когда ничем дальше, вы не забывайте, вы говорите про ASIC, про определенный компьютер, да, определенный механизм, который зарабатывает деньги, он майнит, и он настроен только на какую-то одну монету. И с каждым месяцем, за счет того, что в сети становится больше компьютеров, больше мощности используют, он зарабатывает меньше. Нет, здесь идет ферма, здесь идет дата-центр, здесь это все по-другому, по доходности, оно намного более плавнее и может колебаться. Сегодня 10%, завтра 30%, и такое уже неоднократно было видно. Поэтому это важно. Компания, можно купить долю в участии вот в такого вот клауд, такого вот облака, в такой вот инструмента конкретно для добычи. Эта доля стоит $500. Средняя доходность 10%, она может быть больше, она может быть меньше. Партнерская программа выглядит так. 70% от дохода зарабатываете вы. Ребята, доходность вот эта, еще раз говорю, это та доходность, которую заработаете вы чистыми, потому что компания заработала 12%, 20% там забрала себе, 10% отдала по рефералке. Заметьте, это вот эти 10% только один раз. А на следующий месяц вы зарабатываете уже 80% вашего дохода непосредственно, а не 70%, как с первого месяца. И за пререкомендации, если вы кого-то пригласили, вы заработали свои 10% от того количества долей, на которые он сделал закупку. $500 вы вложили, раз в месяц 50, где-то около $50 или 45, или 60 вы заработали. Это ваши деньги, которые вы можете получать на протяжении длительного времени. Вот смотрите, на купленные доли инвестора покупается оборудование, хотя это оборудование уже как бы присутствует, это дата-центр, и на нем конкретно есть оборудование. Все это документально отображается, вы это все можете увидеть, еще раз говорю, будет в ближайшее время снят видеоролик, вы сможете посмотреть, как это выглядит. А оборудование ликвидно, гарантия приблизительно около 2 лет. Средняя доходность 10 месяцев, первая выплата идет через 41 день, а потом на протяжении 30 дней. Вы имеете право продать свою долю через 3 месяца другому участнику компании. Поэтому это очень важно. Вложили $500, заработали по 150, например, за 3 месяца, а потом предложили, там, например, за $450 свою долю другому участнику. Это, конечно, неправильно, потому что на 4 месяц может быть и $100 доходность, однако все равно такая возможность у вас есть. Плюс 10% за личную рекомендацию. Смотрим дальше. В чем особенности конкретно монеты? Это третьего продукта, говорим конкретно про нее. Сначала была идея, даже не идея, уже как бы практически реализована возможность иметь свою монету, и вы ее покупаете по какой-то, по одному центу за одну монетку, и занимаетесь непосредственно через месяц, месяц она заморожена, и через месяц вы можете торговать и на бирже, можете обналичивать, а за счет того, что огромное количество нас покупает эту монету,
За счет этого, как бы, плюс компания делает мерчаны, делает свои терминалы, делает как бы определенные инвестиции конкретно в эту монету. На бирже курс монеты поднимается, и в течение месяца каждый из нас может, например, заработать 50, а то и даже 100% от вложенной суммы денег. Однако, за счет того, что, как бы вам так сказать, за счет того, что когда нас много, ну, например, есть акции, 100% акций, вы же прекрасно знаете, что если 100% разбиты на 100 человек, вот 100 человек купили этих акций, и каждый тянет в свою сторону вот эти вот одеяла, управлять и контролировать правильностью увеличения прибыли очень сложно. Чем если человек владеет 51% акций и может правильно направлять компанию для общего доходности и своей собственной. Поэтому плюс еще не сделаны те мерчаны и те вот возможности, которые конкретно у нас в ближайшее время, в течение 3 месяца появляются. Поэтому было создано такой механизм переделать в третий продукт под возможность сделать как бы инвестиционные вклады. И есть два варианта людей. Есть люди, которые являются инвесторами, те люди, которые хотят, вот вложил сумму денег и через там 3 месяца снял какую-то сумму большую, имея как бы максимальные как бы гарантии. И есть люди, которые являются людьми, которые строят структуру, и они хотят зарабатывать как бы определенные деньги. Сейчас расскажу вам конкретно действительно инвесторы ИИ. Реферальной системы у этих людей нет. Человек пришел, положил деньги. 100% ваших денег участвуют в раскрутке монеты. Как это выглядит? Компания берет все 100% акций, то бишь, ну это образно, так вот, привожу пример, и начинает ими управлять для того, чтобы максимально заработать деньги сама, и для того, чтобы выплатить вам как можно больше денег по инвестиции. Заметьте, сейчас в интеркассе при покупке монеты уже есть карточка Visa. Посмотрите, кто зайдет, посмотрит. В случае неудачи компания отдает вам просто все ваши деньги. Что такое неудача? Неудача – это если компания начинает работать на бирже, выставлять на торги конкретно монету и начинает ее правильно крутить. Честно, не знаю как. Это можно, я думаю, это в ближайшее время руководитель компании сможет немножко открыть информацию. И если, предположим, они не выгорело там при каком-то определенном промежутке времени, то компания просто берет, отдает вам ваши вложения, всю вашу сумму денег, ну, за исключением тех денег, которые вы заплатили, ну, как бы идет вот, там, например, комиссия при вложении средств, понимаете? Срок вложений 3 месяца. Это может быть плюс-минус 1 месяц, это может быть и 2 месяца, это может быть там до конца этого года, там чуть больше, чем 3 месяца. Ожидаемая доходность 200%. Как это выглядит? $2000 минимальный вклад, и вы забрать можете там через 3 месяца $6000. Это ваши доходы. И все начинается, когда вот в пул будет собрано $100000. Срок пула, собрание пула 2 недели. Я могу вам сказать уже конкретную информацию, которая есть. Когда позавчера доработали, как бы, когда включилась система про инвестирование денег, оплат, уже сейчас было собрано порядка 60 или 50 или 60 тысяч долларов. Я точно не знаю, сколько уже сейчас. Половину уже собрали. Заметьте, еще недели не прошло. Это важно. Когда пул, если пул в течение 2 недель не будет собран, то вы просто все деньги вернете, получите лично для себя. Все, вы просто их получите обратно. Никто их как бы забирать себе не будет, и они даже не будут идти конкретно в монету. Сейчас собирается, потом идет оборот, как бы идет обращение конкретно того, что конкретно есть. Так, и теперь есть инвестор-сетевик. Это те люди, которые хотят вкладывать деньги. Друзья, рассказываю вам, как я это понимаю. Что это такое, как это выглядит? Это третий продукт, это работа конкретно с монетой, с инвестиционной монетой. Здесь существует 10-уровневая реферальная система. Из этих 10 уровней 70% денег выплачивается в структуру. 30% денег, которые остаются, 70, вот, например, вы кого-то пригласили, нашли там человека и получили там с первого уровня какой-то определенный процент, со второго уровня тоже процент. Короче, до 10-го поколения 70% денег компания выдает лично вам.
30% денег идет в то, чтобы монету можно было раскрутить на протяжении вот этих вот такого же времени, там 2-4 месяцев. Вот. В случае, вот люди, некоторые люди не понимают вот, это вот, вот этой вот информации. В случае неудачи компания гарантирует сохранность 30% денег, за исключением комиссионных потерь на ввод-вывод. Люди не понимают, что это такое. Смотрите, деньги, которые мы вкладываем, например, $100, как они делятся? Через 2 недели деньги... 2 недели собирается пул в размере $150 000. Первый пул для инвесторов 100 тысяч, здесь 150 тысяч. Собирается эта сумма денег. По истечении 2 недель смотрится, что он собрался, и тогда все люди по всему, что фиксируется у вас в бэк-офисе, вам выплачиваются вот эти вот комиссионные вознаграждения, в зависимости, кто на каком уровне. Вот эти вот 70% было роздано лично вам. Понимаете, вот вы роздано тем людям, которые вас пригласили или кого пригласили лично вы получили эти деньги. И у компании по факту денег нет, вот этих вот денег, которые она вам заплатила. Остается, друзья, сколько? 30%. Ну, поэтому эти деньги крутятся. Они не смогли собраться, вы же эти деньги получили, и компания говорит, что, друзья, мы вам не, ну, если, например, мы не сможем монету так раскрутить и заработать какую-то сумму денег, мы вам не сможем выдать этих денег. Мы же не будем бегать за каждым и собирать с него там по копейке. Это глупо, это чушь. Потому что вы их будете получать и так далее. Все. Поэтому здесь все абсолютно логично и все понятно. Можно не участвовать, никто никого не тянет за как бы руку или чего-то, пожалуйста, работайте с первым или вторым продуктом, заключайте договора и получайте без вложений. Но продукт такой у нас есть, кому интересно, пользуйтесь. Ожидаемая доходность 50%. Почему 50%? Да, объясню вам, потому что вы вложили 100, а в раскрутку 30, всего лишь 30%. Вот, а вам же нужно выдать сумму денег со $100, которые вы вложили. Поэтому в первом случае 200%, в этом случае 50%. Сами можете сесть и математически просчитать, почему такая доходность. Да, 50%, потому что не на 100%, не на 100% ваших денег будет идти комиссионная, как бы будет идти раскрутка. А 50% это тоже очень круто. При том, что вы пришли именно строить бизнес, у вас есть реферальная программа. Возможно, сумма будет чуть меньше. Однако со $1000, вот как я говорил, что 30% вы четко 100% можете забрать. Все начинает работать со $150 000, которые я вот по первому случаю по инвесторам, я сказал 50%, в этом 70 тысяч собрали. Конкретно именно в этом пуле наши как бы, ну как бы конкретно под монету, это почти половина, чуть меньше половины уже собрано вот в течение там 3 дней. Потому что люди уже были готовы, и я вот, например, себе, как бы вчера еще себе взял монету. Если пул, вот сейчас вы делаете проплаты, за 2 недели деньги не собраны, вы просто получаете все деньги обратно. Никто не будет их куда-то там отсылать или что-то делать. Пожалуйста, без проблем. Партнерская программа доступна в статье доходов 20%, отлично приглашенных, это первого уровня, 70% вы получаете на 10 уровней, и 3-10% от объема структуры партнеров в виде промоушенов. То бишь мы еще подарки получаем, пока можем, еще там где-то 1,5 недели осталось до собирания пулов. Вот есть пакеты такие, стоимости. Вот пакеты, и вот какое количество монет, ну как бы просто вы сможете получить. Это более детально разберетесь дальше. Это по третьему, дорогие друзья, продукту. А и теперь еще раз быстренько пробежимся конкретно по программам, по тем возможностям, которые у нас есть. У нас их 3. Первое и самое, можно сказать, массовое для всех, абсолютно для всех людей. И я вам объяснял в начале вебинара, почему для всех, даже если вы сейчас не смогли по каким-то причинам установить программу у себя на компьютере. Это можно будет сделать или через 2 недели, или в течение месяца зарабатывать на жестком диске. Ваш доход, ну тут от 10 до 100, потому что рассчитывали люди конкретно, что будут именно стационарные компьютеры, которые могут поддерживать большую добычу всего. Поэтому от 10 до $100. С ноутбуками вот сейчас от 5 до 15, от 5 до $25 вы можете заработать. Можете эту информацию озвучить или себе прописать. Партнерский доход 10% разбит на 3 уровня. 8% с первого уровня, 1 со второго, 1 с третьего. И, дорогие друзья, вот эта вот шкала 10-100 будет возможно
как только вы сможете майнить, зарабатывать деньги с помощью жесткого диска. Поэтому все абсолютно здесь прописано как есть. Потом второй продукт – это Bitok Cloud. Это возможность купить долю в, долю в дата-центре и зарабатывать конкретно здесь. Кстати, отвечая на вопрос, программа уже зарабатывает деньги большей части компьютеров с воскресенья. Статистика, еще раз говорю, будет или в воскресенье в это, или в понедельник, который будет. Второй продукт Bitok Cloud, вы можете зарабатывать около 10% в месяц, приобретя себя долю от дата-центра. И монета. Вот, друзья, монета есть, я вам только что описывал ее значимость, описывал, что можете ее приобрести. Есть два пула, пересмотрите видео вебинар, и вы сможете понять, как, откуда вы сможете зарабатывать деньги и сколько. Это важно. Следующий вариант – промоушены. Промоушенов было по факту 5. Эти промоушены никуда не денутся, если вы не успеете их сделать. Как только эти пулы будут собраны, в течение 3 месяцев, я думаю, декабрь 2014, январь 2015 года, мы зарабатываем свои деньги. Компания предоставляет нам возможность, дает нам еще одну возможность, это будет монета. Какая? В ближайшее время вы все узнаете. И там можно будет уже зарабатывать тоже по 10-уровневой системе, и вполне возможно будет еще и бинар, то, что нам конкретно проговорили, можно будет зарабатывать конкретно деньги на бинаре. И можно будет работать уже с монетой, покупая ее и работая конкретно на бирже. Это будет сюрприз в ближайшее время для каждого из вас. Однако, если вы сделали товарооборот в 20 тысяч долларов, наверное, меньше, чем в 20 тысяч долларов, нет, в 20 тысяч долларов делаете товарооборот, компания вам вот сейчас по третьему, друзья, продукту дарит вот такой iPhone 5S, вы получаете его себе в подарок. До 10-го поколения. Более детально сможете задать вопрос вашим спонсорам или просмотреть предыдущую презентацию, которая была неделю назад. И MacBook Air. 40 тысяч долларов товарооборот. Кто-то, я уверен, обязательно его получит в структуре. И можете его конкретно себе сделать. Единственный момент, здесь очень важно, чтобы это не было колбаска или сосиска, как ее люди называют. Как бы должно быть хотя бы в двух направлениях, в одном и во втором. Здесь 40% денег было собрано, здесь 60%. И товарооборот весь в размере там, 5, ну, плюс 40, было 20 плюс 40, получается 60 тысяч. Здесь немножко опечатка. И в MacBook Air вы сможете получить. Все, друзья. Это вот быстренький такой, хотя мы в течение часа общались, постарался вам передать все мои вот внутренние ощущения по поводу конкретной компании. Мне она очень понравилась, честно вам скажу, хотя еще раз говорю, никогда не работал с криптовалютами. Здесь почему-то есть какое-то вот внутреннее ощущение, что все будет не просто хорошо, а я вижу, как ребята работают. Теперь, друзья, давайте сделаем так. Я вам сейчас... представлю нашего замечательного руководителя компании. И маленькие в заключение, перед тем, как Олег, наш президент компании, владелец, будет давать информацию и отвечать на ваши, друзья, подготовьте, пожалуйста, ваши вопросы по поводу ваших компьютеров. Он ответит, какой компьютер может майнить, какой не может. Я в заключении, я вам сейчас покажу еще один минутный видеоролик, конкретно по значимости этой монеты и как это выглядит практически во всем мире. И презентую потом вам нашего президента компании, который ответит на ваши вопросы. Пока, готовьте. Год назад я считал это безумием. Биткоин мне казался глупой затеей. Одной из тех, что появляются чуть ли не каждый день, а потом пропадают. Я заинтересовался этой валютой относительно недавно. И чем дольше я слежу за биткоином, тем больше у меня уверенности, что будущие валютные системы в криптографии, а криптовалюты – это нечто поразительное. Уверяю вас, необходимо лишь пару раз использовать биткоин, чтобы понять, насколько это удобно. Эта система гораздо проще, чем кредитные карточки. Она исключает мошенничество, кражу персональных данных или другие вещи, связанные со старомодной системой кредитных карт. Это просто более совершенная технология.
Биткоин призван стать альтернативной валютой, и нет причин, по которым он не может стать средством расчетов. В этой валюте можно вести финансовую отчетность. На самом деле, люди постоянно так поступают. Вы можете присоединиться к тем, кто уже использует биткоин, замечательно жить и полностью отказаться от правительственной валюты. США сейчас ужесточают правила для компаний, предоставляющих услуги по обмену валют. Вести такой бизнес и устанавливать банкоматы очень дорого. Поэтому я не удивлен, что они появились в Канаде, а не в США. Америка проиграет, если продолжит регулировать криптовалюту. Как меня слышно, видно? Быстренько напишите, пожалуйста, от 1 до 10. Отлично. Вот вам маленький такой вот экскурс в информацию. Вы можете заходить на канал и писать что угодно в интернете по поводу криптовалюты. Вы будете четко видеть, насколько это удобно, насколько много людей этим занимается. И заметьте, MLM-компании еще не было. Мы первая. Поэтому можете быть очень довольны именно от этого, что мы как бы первая компания в таком вот роде и будем продвигаться и делать для вас все возможное, чтобы вы могли как можно больше зарабатывать с новыми продуктами и возможностями компании BitOK. Олег, если можете, пожалуйста, подключитесь, что я вас представил, да, мы в тренде, это 100%. Пожалуйста, хотелось бы вас тоже увидеть, пробуйте подключиться, если вы есть на связи. Сейчас, друзья, секунду. Так, как бы подключить? Сейчас, друзья, секундочку. Сейчас мы сможем Олега подключить и сможем получить более детальную информацию конкретно. Поэтому, друзья, сейчас пока готовьте свои вопросы. Я уверен, что они у вас есть, и довольно-таки много. Отлично. Отлично, Олег, я смог подключить. Олег, пробуйте. Угу. Пробуйте говорить. Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Меня зовут Торхов Олег. Я президент компании «Биток». Прошу отметить, как слышно. Ага, отлично. Я хотел бы, прежде чем мы перейдем к вопросам, хотел бы пару слов сказать о первом нашем продукте, программе BitOK Miner, а именно о том, чем именно эта программа уникальна. Собственно, в первую очередь тем, что, ну, можно сказать, 99% работы за майнером делаем мы. А именно, мы избавляем
вас от необходимости изучать криптовалюты глубже, чем просто на уровне пользователя обычной программы. За вас это делает специальный сервер, который управляет всеми вашими приложениями, которые установлены на ваших компьютерах. И, соответственно, он же выбирает те монеты, которые будут добываться тем или иным компьютером. Также в нашей программе предусмотрена возможность, что разные устройства вашего компьютера добывают разные валюты. Соответственно, когда будут подключены видеокарты, может быть такое, что видеокарта добывает одну валюту, которая выгоднее добывается видеокартами в настоящий момент. Процессор может добывать другую валюту в это время. Есть на рынке лишь отдаленно, скажем так, напоминающие нашу программу решения, а именно они называются мультипулы, но они в любом случае требуют специальных знаний для того, чтобы ими воспользоваться. И они на себя берут роль лишь ту, что выбирают монету, которую копать выгоднее в данный момент времени. Все остальное вам все равно придется делать самостоятельно. Соответственно, с этой точки зрения наша разработка, я считаю, достаточно уникальная. И, в общем-то, ну, буквально, наверное, в последний момент было сделано, принято решение в пользу того, чтобы сделать этот продукт бесплатным, для того, чтобы подключить максимальное количество людей к теме добычи криптовалют. Потому что изначально мы думали там брать какую-то плату за нее, но за вот этот вот базовый функционал все-таки решили сделать его бесплатным. Теперь хотелось бы перейти к вопросам. Можно задавать вопросы. Так, я вот вижу, есть уже пошли вопросы. Значит, по поводу антивируса пару слов хочу сказать. Дело в том, что 32-битный майнер некоторыми антивирусами, ну, скажем так, распознается как вирус. Хотя он таковым не является, но все дело в том, что код этого майнера закрыт, в том числе и для разработчиков антивирусов. И, соответственно, они не могут посмотреть, что там внутри, и поэтому подстраховываются и обзывают его вирусом. Это не так. Нужно просто в настройках вашего антивируса прописать исключение. Единственное, что антивирусов, ну, как бы, огромное множество различных, и конкретных рекомендаций по поводу каких-либо антивирусов я сейчас давать не буду. Это нужно обратиться к документации, которая у вас есть по антивирусам, к, ну, грубо говоря, в Help. Так, следующий вопрос. Прозвучала информация, что часть средств на пулы уже собрана. Ага. Вопрос понятен. Информация, которая прозвучала, она соответствует действительности. Данные средства в кабинетах пока не отражаются. Они будут отражаться в том случае, если соберется пул. То есть, если пул соберется, естественно, все взносы как инвесторов, так и сетевиков, они будут отражены в кабинете, так как дальше это будет необходимо для того, чтобы рассчитать все, ну, собственно, выплаты по реферальной системе. Так, что еще? Вопрос по поводу $15 заработка на ноутбуках ежемесячно. Да, это при условии, естественно, работы компьютера 24 часа в сутки. Почему так? Потому что, допустим, вот те фермы, там, которые у нас стоят, это специализированные компьютеры, на которых на каждом от 4 до 6 видеокарт, они, естественно, работают круглосуточно. И любые, даже, ну, вот если вы зайдете в интернет, поищите калькуляторы доходности по любому алгоритму, монете, там, неважно, все они рассчитывают доходность, исходя из круглосуточной работы, бесперебойной. Соответственно, если по времени ваш компьютер либо ноутбук будет работать меньше, то, соответственно, и доход будет пропорционально уменьшен на эту же самую величину.
Следующий вопрос. Почему антивирус ругается на программу после обновления 2.0.13? Собственно, в обновлении 2.0.14 была подключена возможность задействовать 32-битные машины с 32-битными операционными системами. Такой возможности раньше не было, и антивирус, как я уже говорил, ругается именно на майнер 32-битный. Поэтому и, собственно, после этого обновления появился этот вопрос. Мы работаем, скажем так, со своей стороны над его устранением, но дело в том, что выбор майнеров для 32-битных систем, его можно пересчитать по пальцам одной руки. То есть разработчики программ майнеров они не ориентируются на 32-битные системы. Во-первых, потому что их уже не так много. В майнинге они вообще не используются, это первое. И второе, производительность на них в полтора-два раза ниже на одной и той же самой железке по сравнению с 64-битной системой. Поэтому вполне может быть такая ситуация, что альтернативного майнера просто нету. Имеется в виду по отношению к тому, который есть сейчас. И поэтому придется уже настраивать свой антивирус. Или же переустановить операционную систему, сделать ее 64-битной. Для этого не нужно делать никаких апгрейдов, можно просто обновить программное обеспечение. Вопрос по поводу одновременного майнинга. Да, конечно, можно. Процессор греется 60-80 градусов. Это началось сегодня. Да, это нормально. Если это началось сегодня, это говорит о том, что ваш компьютер, скорее всего, только после обновления программы начал работать. До этого он, скорее всего, просто не работал. В последнем апдейте программы была установлена специальная функция, которая ограничивает количество попыток запуска майнера. Если в первых версиях это количество было не ограничено, и компьютер, можно сказать, постоянно пытался запустить майнер, и даже если он это 100 раз сделал неудачно, он продолжал пробовать запускать, то в последней версии программы, в обновленной, количество попыток было ограничено, по-моему, там 5 разами. Соответственно, если за 5 раз майнер не запустился, делается вывод, что все-таки пока есть какие-то вопросы к железу, на котором, или же к совместимости программного обеспечения, на котором запускается эта программа. И, соответственно, от этого появляется сообщение, что ваш процессор не поддерживается в данной версии программы. Это, кстати, не обязательно означает, что дело в самом процессоре. Это просто означает, что с 5 раз запустить майнер не удалось. Проблема может быть реальная. Не в процессоре, может быть в чем-то другом. Может это быть антивирус, может это быть несовместимость с какими-то программами, установленными именно на вашем компьютере. Поэтому пока это ошибка, скажем так, общая для всех случаев, когда не удалось запустить майнер с нескольких раз. Так, перейдем к следующему вопросу. Это скрипт валюты, скорость... Я понял. Значит, то, что мы добываем, это не скрипт-валюта. Скрипт-валюты, уже на них вышли асики, и их даже не то, что процессорами, их даже видеокартами уже нет смысла добывать. Поэтому скорость выражается не в килохэшах, а в хэшах в секунду. Это то, что касается Monero и алгоритма CryptoNight, который, собственно, сейчас добывается большинством машин. Так, следующий вопрос. Собираюсь купить процессор. Да, этот процессор из процессоров, он один из лучших для майнинга вот именно этой криптовалюты. Но нужно понимать, что если вы уже собираетесь покупать систему, то добыча на видеокартах, она более эффективная. Хотя Monero это одна из самых, и собственно алгоритм CryptoNight, это один из самых сбалансированных алгоритмов по соотношению скорости процессора и скорости видеокарт. То есть, к примеру, вот этот вот 8-ядерный процессор, который вы написали, он приблизительно раза в полтора всего лишь отстает от, скажем так, средней, самой ходовой видеокарты, которая на сегодня является Radeon R9 280X.
Соответственно, и в цене они отличаются приблизительно так же, плюс-минус. Соответственно, отдача с единицы затраченных денег у процессора и видеокарты практически одинаковая, ну, вот в данной ситуации. Но это касается только монеты Monero и алгоритма CryptoKnight. На всех остальных алгоритмах это соотношение гораздо больше, чем в полтора раза. Это может быть 10 раз, 15 раз. И, соответственно, добыча процессором этих монет, она достаточно невыгодна. Так, я вот вижу сведения о системе. Ну, первая рекомендация, в принципе, процессор минимально нормальный. Желательно было бы просто переустановить операционную систему. Почему, я объясню. Потому что, как я уже говорил, на одинаковых железках 32-разрядная система отстает в 1,5-2 раза. То есть, я думаю, это стоит того, чтобы просто переставить винду. Так, следующий процессор Celeron 430. Насколько я понимаю, это одноядерный процессор и, ну, наверное, не стоит выкручивать ему руки сильно. То есть большого смысла в этом не вижу. Так, когда программа показывала статистику, я посчитал, что мой бук заработал $1 за 3,5 часа. Смотрите, то, что вы видели там в первый день майнинга, на самом деле это не был заработок, это просто, скажем так, это, ну, вообще-то была тестовая версия программы, которую программисты поспешили выложить. Дело в том, что, ну, как бы работает не один программист, их несколько. И из-за того, что пока у нас была презентация, была там некоторая несогласованность их действий, и они выложили программу раньше, чем ее можно было выкладывать. Хотя те цифры, которые вы видели, вот, и исходя из которых вы высчитали свою доходность, они с реальностью не имели, ну, не имели ничего общего. То есть они как бы вне зависимости от майнинга, можно так сказать, насчитывались. То есть это просто был тестовый вариант программы. Соответственно, даже если вы будете гонять свой ноутбук нон-стоп, такое нереально. По состоянию на сегодня, опять же. Сколько осталось ждать, когда починят провод? Вопрос хороший. На самом деле программу не чинят, как вы выразились, а ее постепенно дорабатывают и наращивают функционал. Дело в том, что даже в первоначальной версии в самый последний момент была заблокирована работа видеокарты. То есть она, в принципе, готова была еще до запуска, вот, но решили просто запускать продукты постепенно и, соответственно, подключать то железо, которое, на котором будет вертеться программа. Потому что для того, чтобы получить, во-первых, обратную связь первую какую-то, и, во-вторых, для того, чтобы более детально протестировать работу. Поэтому программа постоянно дорабатывается. Каждый день буквально выходят какие-то дополнения. Ну, мы стараемся не частить с обновлениями, потому что это связано с выключением программы, там, перезагрузкой обновлений. То есть обновления выходят, когда, ну, собственно, обновилось что-то значительное, что-то важное. Но сейчас, так как мы, в общем-то, находимся в тестовом периоде, то обновления идут достаточно часто. Один раз, там, ну, буквально в 2-3 дня, это точно. Я думаю, что пока такой темп сохранится, ну, а дальше уже будем смотреть, будем, в принципе, совершенствовать продукт постоянно. Так, у меня процессор 4 ядра, видеокарта 520M. Как уже говорил Юрий в презентации, вы должны понимать, что ноутбук – это все же не средство для майнинга. И все карточки, вот видеокарта у вас, посмотрите, GT520M, все карты, которые с буковкой M, это мобильные карты, они очень сильно урезаны в угоду энергоэффективности по сравнению со своими настольными собратьями. Поэтому как бы ноутбуки изначально плохо приспособлены для целей майнинга. Поэтому вопрос, сколько можно заработать, ну, это будет понятно после того, как вы запустите программу на
в своем ноутбуке и, соответственно, сможете, ну, а мы со своей стороны сможем протестировать, сколько, какой реальный заработок есть вот именно с данной конкретной конфигурацией. Почему объясню? Потому что у нас много железок всяких, но, как вы понимаете, они все достаточно одинаковые, идентичные и, ну, гораздо мощнее, чем то, что здесь многие пишут. Потому что, ну, у нас они специально покупались для майнинга. Поэтому сходу сказать сложно, сколько сможет заработать именно такая конфигурация. Но однозначно немного, это 100%. По поводу ошибки я уже говорил, что это общая ошибка при невозможности запустить майнер. Не факт, что виноват процесс. То есть пока мы постепенно устраняем вопросы. То есть первый вопрос — это были 32-битные системы. Сейчас они как бы, ну, в основном этот вопрос решен. И мы это видим по статистике на сервере, потому что у нас в первые дни висело, ну, чуть ли не 30-40% клиентов, у которых мы, кстати, в реальном времени контролируем загрузку процессора. И мы видим, что, к примеру, человек выбрал там загрузить 4 ядра из 4, которые у него есть, а реальная загрузка процессора, ну, к примеру, там 10%. То есть нам это говорит о том, что в данной ситуации программа Miner не работает. Причины могут быть разные. Мы пока устраняем массовые причины. Потом, когда массовые причины будут устранены, тогда уже перейдем к индивидуальному устранению причин. Возможно, как бы какие-то машины удастся запустить, потому что, ну, многие из них все-таки подходят. Так, ноутбук, процессор AMD A6, 4 гигабайта памяти. Я думаю, что вопросы вот по поводу, сколько можно заработать, мы в ближайшие, ну, я думаю, это будет на этой неделе, скорее всего, на следующей неделе, мы выложим на сайте приблизительную табличку, чтобы, ну, вот как есть тесты там сравнительные, вот точно так же будут какие-то типовые конфигурации, по которым вы сможете приблизительно сориентироваться по размеру своего заработка. Как это управление всеми приложениями установлено на моем компе? Об этом, собственно, никто не говорил. Мы управляем только своим приложением. Я сказал, что сервер управляет всеми приложениями. Имелось в виду, если есть 1000 компьютеров, которые подключены к нашему серверу одновременно, то наш сервер управляет всей 1000 приложениями. Нашими. Не теми вашими приложениями, которые есть установлены на ваш компьютере. Поэтому никакого удаленного управления, вот то, о чем вы тут написали, этого нету всего. Вы просто неправильно поняли. Так, презентационные ролики. Презентационные ролики, кстати, разрабатываются. Не я лично их делаю. Я думаю, что в ближайшее время они появятся, но, ну, я думаю, это, скорее всего, наверное, в течение 1-2 недель. И, соответственно, мы вас проинформируем о выходе этих роликов. Минут 5 еще и все, потому что презентация уже длинная. Я понял, Юрий. Сейчас я посмотрю еще. Ага, тут вопросов я смотрю очень много. Сейчас я, наверное, быстренько пробегусь по ней, буквально полминутки, и посмотрю самые интересные, которые хотелось бы озвучить, самые массовые, может быть. Вот я вижу предложение по поводу разделения. Да, сейчас в том числе и все качают, в том числе и 32-битную версию. Дело в том, что уже на месте, когда программа определяется, скажем так, какая версия установлена. Можно, в принципе, разделить искусственно. Если человек знает, как это определить, мы подумаем. В принципе, ну, в этом предложении что-то есть. Соответственно, рассмотрим эту возможность. Так, планируется ли в программе сделать автоматический запуск с загрузкой Windows? Проблемы технической в этом нет никакой. Надо продумать целесообразность. Если такая целесообразность будет, то, в общем-то, технически сделать это можно. В каких-то, ну, планах там на ближайшие дни этого нету, но в будущем вполне возможно, что мы вернемся к этому вопросу.
По поводу электричества вопрос. Потребляться будет очень сильно зависит от вашего железа. Потому что есть видеокарты, которые могут потреблять, к примеру, там 250-270 ватт одна видеокарта, а может ноутбук потреблять 45 ватт весь. Поэтому этот вопрос очень... Это первое. Второе, у всех разные тарифы, разные тарифные сетки. Поэтому тут сложно сказать в общем. Можно ли майнить всем сразу, всеми устройствами? Ну, во-первых, программы, которая майнит дисками, пока еще не выпущена. То есть она в процессе разработки, потому что эта тема недавно появилась очень. В целом, можно будет все это делать одновременно. Единственное, что там будет упор на оперативную память. То есть это можно будет делать, если ее достаточное количество. И придется, опять же, это можно будет делать на процессорах многоядерных. И для того, чтобы некоторая часть процессорного времени уделялась майнеру, который работает на видеокарте и на жестком диске, нужно будет для майнера на процессоре отключить некоторое количество ядер. К примеру, если у вас 4, например, 2 оставить на майнинг, а 2 оставить на еще 2 других майнера. Иначе как бы это будет плохо работать, если загрузить полностью. По поводу обнуления результатов. Нет, конечно, результаты обнуляться не будут. Они сейчас просто не отображаются, но фиксируются. Можно ли поставить программу на ASIC? Нет. ASIC это... Там уже все есть. Туда ставить нечего. ASIC это чип, в котором реализована программа. Но она там только одна. То есть, грубо говоря, все, что делает программа в ASIC, это все зашито прямо в кристалл. И поменять это невозможно. Поэтому каких-либо программ на ASIC их просто нет. Есть майнеры, которые задействуют ASIC, но они на сами ASIC программы никакие не ставятся. HD4800, могу определенно сказать, что, по-моему, ни один майнер эту серию карт не поддерживает. Минимальная серия карт, которая поддерживается, это пятая. То есть 5850, 5870, вот это вот минимальные карты, которые майнеры некоторые поддерживают. Вообще большинство майнеров заточено на две последние серии видеокарт. То есть, ну, если это касается Radeon, то это R9 серия и это седьмая серия, которая там 7950, 7970, вот такого плана карты. Все остальные, некоторые майнеры поддерживают более старые версии, пятые и шестые, но четвертую не поддерживает ни один майнер. По поводу нулей уже отвечали на вопросы. Так, что еще? Когда выйдет обновление с возможностью подключить видеокарту? Как я уже говорил, сама возможность уже в программе заложена. Обновление выйдет после того, как мы подключим отображение статистики. Мы тогда займемся тестированием видеокарт. По поводу авторизации каждый раз, не первый вопрос. В принципе, думаем над этим моментом, как это сделать. С одной стороны, удобнее, но с другой стороны, чтобы не потерять с точки зрения безопасности. Готового решения пока нету, но на повестке дня этот вопрос есть. То есть он не в срочных, но я думаю, в ближайшей перспективе мы рассмотрим, как это можно улучшить. Как выбрать программу? Вам выбирать ничего не надо, сейчас она автоматически выбирается. На уровне предложения было разделить, мы подумаем над этим предложением, может быть мы так сделаем. Тогда, собственно, уже будете выбирать. Если отключать антивирус и все равно не устанавливается, ну значит в чем-то другом дело. Будем, как я уже говорил, после того, как будут решены массовые вопросы, уже, может быть, перейдем в индивидуальном порядке к решению вопросов. Как долго протянет видеокарта? Ну, свой гарантийный срок точно протянет. Если, конечно, не перегревать ее. Обязательно нужно следить за температурой. Да, i5, 4 ядра. Две видюхи не могли работать.
потому что пока они не задействованы. Там галочка не активна. Она там, я не помню, стоит или не стоит, но видеокарты пока в данной версии не задействуются. Почему не ставится? Потому что не активна эта функция пока. Опять вопрос по конкретному заработку. Я уже говорил, что мы осветим на сайте этот вопрос, я думаю, на следующей неделе. Потребление то же самое касается в зависимости от конфигурации. Двухъядерный процессор 2,7, сколько будет в хэшах в час? Ну, на самом деле хэши в секунду считаются. Приблизительно в районе 30 хэшей. Это примерно... Олег, будем уже заканчивать. Да, тут, собственно, вот я уже вижу три последних вопроса или два даже. Друзья, вот все ваши вопросы, которые вы сейчас предписали, вы, вот я специально минут пять назад отключил, даже, наверное, больше именно возможность в чат писать дополнительные вопросы. Все ваши вопросы вы сейчас собираете, передаете вашим спонсорам, тем людям, которые вас пригласили. Они передают выше, еще и непосредственно, как бы мы сможем все данные переслать руководству. Плюс вы сделаете то же самое, продублируете их, ваши вопросы конкретно в службе поддержки, в бюро помощи. Все, и вы получите ответ на ваши вопросы и сможете четко понимать, где и как вам поступить. Поэтому давайте поблагодарим, я сейчас включу, непосредственно включу чат. Спасибо большое, Олег, за то, что нас здесь... поприсутствовали и ответили на большинство вопросов, которые нас сейчас беспокоят. Я думаю, как вы уже неоднократно говорили, что или на этой неделе в воскресенье, или уже с понедельника будет включена статистика. Это самый такой массовый вопрос, помимо всего остального. А те люди, которые пришли сюда, в нашу компанию, зарабатывать деньги по максимуму, запомните, у нас есть... пока один способ заработка, если кто-то не смог на него подключиться, то в ближайшее время индивидуально сможем это все сделать. Плюс вторая возможность – это видеокарты, которые подключатся в ближайшее время. Это добавит доход непосредственно в ваш карман. Плюс те, кто и не смогут этим воспользоваться, пожалуйста, приглашайте как бы людей непосредственно на для того, чтобы они могли использовать наши возможности, у кого есть такие возможности по их железу. Нет, пожалуйста, жесткий диск будет использоваться в течение месяца, этот момент вы получите. Олег, большое спасибо, всего вам доброго, друзья, и до скорых встреч, удачи!